Возвращаемся на третью решающую карту. E-Home против Invictus Gaming. Сейчас мы выясним, кто же все-таки окажется сильнее среди этих двух коллективов. Ну и потихонечку переходим к стадии драфта. Invictus Gaming забирают на четвертый пик Dragonite, а при этом у них есть Tidehunter, Leshrac, Sand King. Очень похожая ситуация, как прям на предыдущей карте. Только чуть-чуть поменяли они свои баны, убрали Viper, убрали Пака. Что касается E-Home, они берут Найтсталкера Рубика Магнуса. Ожидаем, наверное, пика Манки Кинга в очередной раз, потому что он очень хорош и против Тайда, и против ДК, да еще и в комбинации с Магнусом будет просто идеально смотреться. Но это все-таки Джиггернаут. Джиггернаут чуть похуже против Тайдхантера на линии. Это в очередной раз ДК в центр. Leshrac на кэре. Хотя, может, кстати, и Leshrac на центр, а ДК на кэре. Хотя зачем ДК на кэре ставить здесь конкретно? Неясно. Ладно, ждем. Ластпиков. Нужен герой третьей позиции. Или стоп, какой? Центральной позиции E-Home, то есть двойка. Банится Деспрофит. Правильный выбор против ДК. Тайдхант — это хороший очень персонаж. И Invictus Gaming нужен герой пятой позиции. При этом у них last pick вообще. Вообще last pick. Ну, last pick, брать героя пятой позиции — это, конечно, тоже иногда может быть очень круто, потому что можно подобрать правильную контру и вражеским саппортом, и вражеским кором. Взять какого-то сильного действительно персонажа, опасного. Ну, тут банится Terror Blade, и ребята думают то, что это... Leshrac, позиция 5. Ну, это странно. Это странно, учитывая то, что агрессив постоянно играет на Leshrac'е. Вообще во всех мыслимых и немыслимых ситуациях. Ну ладно, ребятам видней. Очень мало времени у Invictus Gaming и много времени у E-Home. Дополнительного, естественно, и думает. Думает капитан. Берет Тимбера. Отличный выбор. Отличный выбор против ДК или Тайдхантера. Просто прекрасный. И last pick здесь от Invictus Gaming. ОД. А, ОД забанили. Ну, в мид надо Leshrac'а ставить. ДК на легкую. Это уже очевидно. Потому что ДК не простоит против Тимбера. Ну и Тайда на сложную. Герой пятой позиции против Тимбера хороший. Ну, а Паришин неплох. Не дает ему регениться. В принципе, тут станов много. Если Leshrac'а и ДК и Тайдхантер делать кор героями. Тут появляется Лина. То есть Leshrac все-таки позиция 5. И Лина позиция 2. XXS на линии, Олчикин на Тимбере. Так, что же тогда делать? Ставить Тимбера в мид против Лины? Или отправлять его на лайн против Драгонайта и как-то пытаться против Лины простоять даблой или там, может быть, даже триплой? Непонятно. Непонятно. Что делать, как быть? Как поступит E-Home? Ну, Old Chicken — это игрок, который на центре обычно играет. Ну, как, точнее, прошлую карту он играл на центре, так-то в центре обычно играет капитан E-Home. Сетевая играет обычно на миде. Ну, они делят с Old Chicken там позицию 1 и 2. Да, сетевая пока что будет у нас на Джиггернауте. Old Chicken на Тимбере. Y, HYM. Рубик и Магнус, соответственно, и Фейтбиан на Найтсталкере. Бобок, Сэнд Кинг, третью игру подряд. Ку, Leshrac, саппорт пятой позиции. СРФ, Тайдхантер, Агрессив, Драгон Найт и XXS на линии. Смотрим.
Смотрим. Итак. Кстати, забыл предыдущую карту скачать. С фишками. Там пара моментов действительно была интересных. Так, Олд Чикен у нас пока что бежит на легкую. На мид Магнус, что ли, собрался. Да, и Чуваем будет в миде Магнусом стоять против Лины. Ну, это нормально. Только главное не спалиться сейчас. Вот Тимберу надо занять... То есть ему вообще можно встать вот здесь. Не идти куда-то сюда, что-то тут пытаться ревелить смоки. Просто встать вот здесь. Это же нужно сделать и вот этим вот игрокам. Ну, то есть, и нельзя спалить позиции. Если спалят позиции, то сразу же пойдут свапы. Ну, а Invictus Gaming, естественно, хотят... Ой, извините. Invictus Gaming, естественно, хотят понять, кто где встал, кто чего хочет, кто как будет играть. Поставили вард, заблочили легкий спот. И хом бегут в топе. Никого найти не могут. Отступают обратно. Ну, кстати, если стайтхантером встанет трипла, то теоретически, конечно, Тимбера можно поднаказать будет. Но свапают линии. Понимают, кажется, то, что... Или хотя, как они понимают? Они никак это не могут понять. Просто догадались. То, что сопер... Да, они догадались, то, что соперник пошел в смоуке и... Трипла может оказаться в боте. В итоге Олд Чикен бежит в топ. А Рубик вместе с Джиггернаутом, CTY и EY бегут на бот. А потом свапаются обратно. Да, ребят, да что ж вы творите? Ну, с другой стороны, тут Ехому вообще наплевать должно быть. То есть, где стоять... Ну, Тимбер, он против Dragon Knight'а супер хорошо отстоит. Против триплы с Тайтхантером поначалу может протерпеть, потом будет супер хорошо стоять. Вот, и тут у нас свапаются. Нет, пока ждем, ждем. Тайтхантер выпуливает крипов. Тимбер без Killing Blade'а, плохо. Но под вышкой он крипов, естественно, заласкит всех. Настакал себе реакси фармер. Все четко. Там очередная пачка пулится. Очень грамотно действует Invictus Gaming. Тайтхантер телепортируется в топ, а Dragon Knight телепортируется в бот. Ну, это шило на мыло. Потому что... Что Тайтхантер, что ДК линию проигрывают. Тимберу? Ладно, Тайтхантер сильнее проигрывает. Ладно, ладно, ладно. Хорошо. Так уж и быть. Плюс у него тут еще два саппорта. А, правда, сбивает, кажется, телепорт Ку. Или Ку его просто отменяет. Похоже, просто отменяет. Лучше, да. Скиллы не в КД. Ку его просто отменил. Решил остаться в топе. Но сейчас он пешком бежит в каком-то непонятном направлении. И в миде HYM борется с XXS. Это такое древнее, мне кажется, противостояние Лины и Магнуса, которое раньше заканчивалось в пользу Лины. В принципе, всегда в пользу Лины. Но Магнус такой герой, который свои итемы выносит. Понимаете, да, в чем дело? Магнус, герой, который подспамит тут шоквейвами, где-то крипчиков переагрит и будет иметь свое. Наконец-то возобновляется у нас игра. Олд Чикен стакает арморчик себе специально. Подпиливает бобоку. Периодически Dragon Knight тоже будет ласт-хитить. Ну, это скучная линия. На самом деле. Вот в миде чуть повеселее, чуть поинтереснее. Как же затыкивать неприятно. Ай-яй-яй. Еще, 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 еще и Dragon Slave. Ой, как же тяжело еще АМО. Шоквейв тычку не добивает. Ну, скоро придется поражать фласку. Такими темпами.
XXS притащил себе два манга, видимо, будет их использовать, чтобы заспамливать оппонента драгонслейвами. И бежит в бот. И тут... Боже мой! Как же не везет! Тимбер убивает в боте, но тут спавнится руна регена. Плевать на этот First Blood. То, что Тимбер умер в боте, это не так страшно. А сюда все-таки приходит Леший. Я так понимаю, телепортом его все-таки сбили. Хотя непонятно, чем его сбили, если там скиллы были не в КД. Может, Воидом? Воид быстро откатывается, я этого просто не заметил. Но Лина находит руну регенерации. HYM, наверное, сейчас в злости мог бы просто сломать клавиатуру или мышку там, потому что... Ну, это реально супер везение. Вот супер везение. Вот какая-нибудь руна или Узи, или руна даже дабл дэмэджа. Это еще не так жестко, как вот руна регенерации для Лины в такой ситуации. Полностью восстанавливается стек по мане, по ХП. XXS продолжает спамить. HYM уже прожал свою фласку. Он уже потерял свой самый надежный источник регенерации здоровья. И, ну, приходится ему, в общем, выносить вот это по минимуму с этого лайна. Конечно, он тут старается ластхитить. Будет покупать себе Ring of Regen, я так понимаю. Это либо для Доминатора, либо для Hood of Defiance. Непонятно пока. Тут пайп, Hood of Defiance, конечно, нужны. Вот Волчикину, наверное, даже первым слотом лучше взять именно Hood, а не Bloodstone там какой-нибудь, или Yule, или что-то другое, что можно придумать на Тимбере. Лучше просто там Hood, а можно даже пайп загрейдить. Так, в бот у нас выходит очередная попытка от Invictus Gaming тут закангать Тимбера, но Тимбер держится молодцом, не подставляется. Пока что, правда, и Драгонайту особо не мешает. Джиггернаут в топе тоже чувствует себя весьма уверенно. Тайтхантер максимум, что позволяет себе, это воровать экспу. Пытается его сейчас пробить. Рун ускорения для Лины. Да. Ну, Лина всегда будет руны контролировать, потому что у нее спам лучше скиллов, она быстрее линию пушит, эффективней. И, естественно, успевает абсолютно все повара подбирать. Грамотно уворачивается от шоквейва, по максимуму динает, убивает рейндроп, дает еще одну тычку. HYM. Что ему, летит? Худ или там кольцо, или что там у него? Кольцо, да, кольцо пока что просто. Soul Ring у Dragon Knight'а. Конечно, куда же без Soul Ring'а. Подпиливает немного Тимбер. Пока особо никаких действий на карте не происходит. Загангали разок Тимбера, Тимбер больше не умирает. Лин в миде очень круто ласхитит, но Магнус старается лишний раз не фидить. Ну и в топе Тайтхантер тоже старается лишний раз не фидить. Пока что баланса сил у нас не менялось. Сэндкинг что-то рыщет. Ищет то ли Магнуса, то ли Вард ходил ставить. Да, Вард поставил, чтобы Лину не загангали. Ну, ночь. Пора Найтсталкеру что-то делать. Найтсталкер приходит в бот. И Бобока копает. Хороший стан от Ку. Уай успевает скастовать телекинез, но тут больше ничего не добиться ребятам из Ехом. Стан еще по Найтсталкеру. Открывается банки Бобока. Хороший пропил от Чикина, но... Должны убить Фейтбьяна в любом случае. Да, ребят, чё ж вы не добиваете? Там прокает посевка, еще буквально одну тычку, и можно было бы Найтсталкер убить, но что-то постеснялись. Invictus Gaming, видимо, слишком сильно их пропилил Old Chicken. Подумали, что если они там задержатся, могут слишком много дэмэджа получить. Но в итоге пришлось отступить. Джиггернаут очень круто себя чувствует. И ганг-отряд выдвигается на Магнуса. На Магнуса, который даже скивер себе не вкачал в единичку для того, чтобы какой-никакой эскейп иметь. И, конечно же, у него нет шансов. Против трех станов. Магнус купил себе Soul Ring из рингов регена. Конечно, это нужный артефакт для Магнуса, если ты арканы не собираешь. Но видите ли, в чем дело? Худ на Магнусе тоже можно было бы сделать. Или Доминатор. Так играют на хардлейне. В миде, конечно, другой билд должен быть. Уворачивается сетевая от стану. Сетевая есть Блэйд Фьюри.
Плюс он не слэш, но похоже его догонит, подстанет и убьет. Да. Ой, какой хороший телекинез от Рубика, но все равно не успевает. Все равно не успевает здесь сетевая сыграть. И отправляется в таверну. Тимбер получил немножечко пространства в боте, хорошенько пофармил. Апнул себе пятый левел, пропиливает Тайда, Тайд. Четвертого уровня только. Ему очень сложно. Ему сложно и в топе, и в боте. Куда бы он ни пришел, везде тяжело. Везде проблемы. Сетевая решил играть через МБФ. Стандартный билд. На Джиггернауте сегодня стакают Invictus Gaming и будут сейчас эти стаки забирать. Лина подбирает руну невидимости, отправляется в бот. Хватит ли дэмэджа, чтобы убить Тимбера, мы не знаем. Там рейндроп и Hood of Defiance. Какой худ? Клоук пока что просто, но в перспективе Hood of Defiance, конечно. XXS может найти Олчикина. Если он подождет, пока спадет Reactive Armor. Отбирает баунти руну, нет, не отбирает. Чикин забирает. И бежит за вражеской. А тут его уже встречает Сэнкинг. Вот так убьют. Вот так убьют, выбивается рейндроп. Сейчас танчик, танчик. Вот он подходит. С рэп, энкер смеш, и фраг достается Тайдхантеру. 5-0 за Invictus Gaming. Он не слэш по Лешракулю, и фраг для сетевая. Куда у нас, кстати, Магнус-то делся? Магнус, по-моему, вообще в лес ушел. Чисто капитально. 62 крипа у него, кстати. Лина из-за того, что бегала и в топ, и в бот, пропустила немножечко фарма. И Магнус в итоге камбэкнул в игру. У него такой же левел, как у Лины. А вспомните, как ему было сложно. Вспомните, какие у него были проблемы. Правда, падает сейчас вышка в центре. Бобока видит всю ситуацию. Курьер его, правда, мог спалить. Все-таки курьер его не палил. Нашли Уайя. Уайя умирает. Сюда телепортируется Джиггернаут. Джиггернаут без умислэша, но через Blade Fury он может догнать XSS. Нет, XSS все-таки на фейсах очень сильный. Ну и HYM тут. Он до сих пор РП не вкачал, да? Да, до сих пор РП не качал. Его можно понять, ему это РП негде реализовывать. Это совершенно. Он стоит в центре. Добежать до Лины, дать РП он просто не в состоянии. Поэтому он просто все имеющиеся скиллпоинты вкачал. Потратил на прокачку Шоквейва и на прокачку Импауэра. Просто потому, что ему нужно фармить быстро. Чтобы ликвидировать вот эту разницу в нетворсах, в крипстатах между Линой и самим собой. Соответственно, по нетворсу, кстати, HYM все равно проигрывает, но, видимо, это связано с фрагами, которые делал XXS. В топе возня Blood Fury от CTY. CTY закрутил Лешарака, но он довольно глубоко забегает в лес. Получает стан от Лины. Dragon Slay Лагуна не успевает даже вард поставить или прожать стики. Джиггернаут и умирает. Умирает, к большому сожалению, Ехоумов. Это довольно ценный фраг для Invictus Gaming. Джиггернаут — герой, который держит первую строчку по нетворсу. Его отдавать ни в коем случае нельзя. Тем более за саппорты пятой позиции. Это крайне невыгодно. Рубик покупает книгу. Наконец-то мы увидим Spell Steel в исполнении Рубика. В исполнении Уайя. Одного из опытнейших Рубиков 2016-го, наверное. 2016-го, да. Одного из опытнейших Рубиков. И здесь на миде у нас тоже столкновение. Ну, блин. Да, я прав. Просто я удостовериться в том, что я прав, так сказать. Бывший чемпион TI-винер Рубик в составе команды Ехоу. Забегает сейчас нагло на клиф. Его видит Леший. Леший его станет. Агрессив также станет. Подходит Бобока. И нет, он его уже станить не станет. Очень сильно начинает проседать вышка в боте. Олчикин
атакует ее даже руками, не стесняется. Видит, как 5 игроков стягиваются по его душу, и на втором Чимберчене пытается спастись. Нет, его не должны подцепить здесь. У него нет маны, но есть стики, он прожимает их и уходит. Ну и в это время, естественно, слишком много пространства получает Магнус, слишком много пространства получает Джиггернаут, потому что падают вышки, Джиггернаут фармит, Джиггернаут, кажется, везет себе, наверное, персеверанс все-таки, да? Не думаю, что БФ. А, Яшу вообще, он решил без БФа играть. Ну, это тоже хорошее решение, потому что эмпауэр ему будут давать, а активную доту можно поддерживать только используя сторонний билд, да, не через Яшу, а через, не через БФ, а через Engine Яшу, например, через, может быть, даже иногда какие-то ПТ-драмы в некоторых ситуациях, когда уж прям совсем все плохо, знаете. И сетевая решил, да, что он хочет играть активно, он не хочет АФК фармить, он не хочет бросать свою команду на произвол судьбы. Чего им добивает Блинк? Тимбер с худом и с арканами. В топе Бобока. Бобока с Сэндштормом. Сетевой байтит Сэндшторм. Он, кстати, мог бы его зарезать, но в итоге просто через Блэйд Фьюри убивает пачку. Тем временем на Шрайне в боте разворачивается очень активная ситуация. Фейт Бьянул, Чикен и Уай убивают здесь Тайтхантера и, кажется, хотят еще забрать Куну. Кстати, в топ приходит Лина, убивают Сетевая. Агрессив прячется в Шэдоу Амулет. Детекшена нет, но есть АОЕ скиллы, которые позволяют Агрессиву пробивать. Агрессив, отличный ул, кстати, от XXS. Он только что сделал фраг в топе и успел телепортироваться в мид. И тут еще и Олд Чикена должны подрезать. Последние тычки залетают, Олд Чикен отправляется на заслуженный отдых в таверну на 30 секунд приблизительно. Блестящая игра от XXS. Если на предыдущей карте он проиграл Митл Чикену за ДК, в этом его, ну, прям сложно откровенно обвинять, да. Да, конечно, он мог не так сильно его проиграть, мог чуть получше отстоять, но порой такое случается. Где-то там чуть меньше дэмэджа прокнуло, где-то там соперник чуть больше крипов добил, и ты вот так вот стоишь и проигрываешь. На драконе здесь же, на линии, он полностью реабилитируется, успевает на всей карте присутствовать, делать фраги, и при этом не забывает про активный фарм. Уже приобрел себе Yewl Soul Ring, есть Void Stone и Face Boots. Void Stone наверняка нужен для того, чтобы приобрести Bloodstone впоследствии, который позволит Лине накапливать заряды, восстанавливать очень быстро ману, ну и, конечно же, увеличивать стэк как по мане, так и по хитпоинтам. XXS откидывается драгонслейвами, Бобок телепортируется в центр. У Бобоки уже достаточно давно есть блинк-дагер, но блинк-дагер появляется и у Магнуса. Что ж, самое время что-то придумать Хихомам. Ночь на дворе, еще... А, ладно, всего лишь минуту. Но у Найтсталкера вроде как есть Даркнесс. И этот Даркнесс можно прожать под Аркейн Руной, что, в общем-то, вдвойне приятно. Потому что следующий Даркнесс будет быстрее. Так, в боте может быть сейчас фраг. В шедоублейде агрессив. Олд Чикен понимает, что пахнет жареным, но уйти пока он никуда не может. У него в КД телепорт. Найтсталкер телепортируется. Вот попытка зацепить Олд Чикена. Олд Чикен, Hood of Defiance. Нужно скастовать. Не кастует Hood of Defiance. Грубейшая от Олд Чикена. Однако прожимает в самом конце, жмет стики, живет. Посмотрите, как долго живет в итоге старый цыпленок. Тут, кажется, у Уайя будут трудности. Пока потеряли только лишь Рака. Приходит Сэнкин, кастует эпицентр. Потеряли Рубика в ответ. Агрессив и XXS по-прежнему здесь. Соперник зажат, но не Треведжа. Магнус готов давать реверс полерить. Пошел Даркнесс от Фейт Бьяна. Понимают Invictus Gaming, что они здесь уже не в позиции. Им нужно отступить. Размен саппортами произошел. Больше ничего не потеряли. Честно говоря, я уже вот в какой-то момент за Олд Чикена побоялся, когда он не прожал худ. Ну, как бы, прожимая худ, ты, ну, не выигрываешь, в принципе, ничего. Где-то ты можешь просто на лишний скилл подбайтить. И если бы Олд Чикен этот худ прожал просто сразу, ну, ситуация не поменялась бы вообще никак. А в какой-то момент мне просто стало страшно, что сейчас ему скинут еще один дизейбл, он не успеет ни худ, ни стики, ничего не прожмет, а просто бездарно погибнет. Но Олд Чикен превзошел все мои ожидания и сыграл просто блестящим образом. Купил себе Vitality Booster, нужен этот артефакт тоже для Бладстоуна, как, собственно, и Лина Бладстоуна собирает. Бобока подцепит Олд Чикена сейчас, должен, ну, если захочет, конечно, но видит уже Вая и
цеплять Тимбера желание пропадает. Магнус бежит в топ. Будет ли какая-то помощь здесь против агрессива? Мы видим, что нет. И Чуваем кастует на себя импауэр и просто начинает фарм. Доминатор на Тайтхантере стандартный предмет сегодня. Очень многие хардлейнеры, играя на Тайтхантере, приобретают доминатор, потому что это дает тебе возможность получить хороший хп реген, ну и приятная аура как и для твоей команды, так и для тебя самого, потому что ну, восстанавливать ты жизни как-то нужно. Конечно же, крип на начальной стадии очень сильно решает вот этот вот покемон, которого можно переманить. Ой, агрессив. Ой, зря ты это делаешь. А, нет, подогоди, тут бабок, а тут лишь ракнет. Все четко, все четко. Я что-то по мини-карте не заметил. Ну, уже пятая карта. Немножко плыву, друзья. Не обращайте внимания. 18-я минута, спамнятся баунти руны. Забирают их Invictus Gaming в топе. И в боте забирает SRF. Боунтосики собираются атаковать тир-1 вышку в топе. Вот здесь уже стратегия через пушу у Invictus Gaming, я вижу, что работает. Сэнкинг копает. Что-то странное он тут сделал. В итоге Сэнкинга, наверное, убьют. Да, запиливает его All Chicken. Бежит в HYM цеплять. Но подцепить тут никого не удастся. Все уже разбежались в разные стороны. Тайтхантер продолжает фармить в боте. Будет приобретать форстав себе сначала. Полезная штука. Но форстафы, в принципе, лишними никогда не бывают. Иногда это жизненная необходимость, а иногда это просто полезный предмет, которому ты точно найдешь применение. Против кого бы ты ни играл, с каким пиком ты ни действовал. Уже летит форстав Тайтхантеру. Есть реведж. Есть умнислэш, есть РП. Ребята что-то вообще не хотят так активно воевать. Вот только сейчас Invictus Gaming активирует смоук, активируется Darkness. С другой стороны нападают на Тайтхантера. Тайтхантера убирают за умнислэш. Будут ли драться после этого Ехоум? Ну, они бы с удовольствием подрались, а вот Invictus Gaming что-то не очень. Их, в общем-то, понять можно. Shadowblade от ДК. Видит Фейтбьяна. Фейтбьян получает стан от Бубоки. Еще один стан. Еще один стан. Фейтбьян кастует Silence. Кастует Hunter in the Night. Уходит там по хайграундам. Подходит Бубока. Реверс полярити. Отличный от HYM. И начинает вливаться дэмэдж. Запиливает Old Chicken. Убивает уже лишь Рака. Лина также рискует отправиться в таверну. Контр-атака от Invictus Gaming. В итоге захлебнулась. Подцепили Найтсталкера, но лучше бы этого не делали. Лучше бы этого Invictus Gaming не делали. Найтсталкера они так и не убили, а вот двух персонажей потеряли. Еще и могут ДК потерять. Silence плюс Voice, сбивается телепортация, подкоп от Вайя. Вайя активирует ауру на атаку, кастует Фэтболт, использует телекинез, Олчикин подходит, запиливает, убивает Dragon Knight. Да, в этой игре, конечно же, не обойтись без Spirit Vessel. Поэтому Фейтбьяна приобретает прямо сейчас. Ну, продал в итоге, но вообще Spirit Vessel ему бы не помешал, потому что он очень круто будет работать против Dragon Knight, пока у того нет вообще никаких escape способностей, можно было бы его постоянно этим веселем дизейблить и в легкую забирать. Но что-то хочет другое приобрести Найтсталкер, а именно Crimson Guard. Сначала Vanguard, потом Crimson Guard. Нашли здесь Бобоку. Бобока хотел в очередной раз украсть Аегис, как-то с подкопа, с блинка ворваться, но ему это сделать уже не удастся. Продолжает свою погоню. Ну, Фейтбьян, Бобока отступает. Блинк через 3 секунды, Броустрайк через 5, и отступает Найтсталкер. В итоге не хочет гнаться за ним дальше. Бессмысленно это делать. Shadowblade у Магнуса. Магнус потихонечку начинает собираться в такого хорошего, сочного дэмэдж-дилера. Он все-таки позицию мид занимает. Это не какой-то там хардлейнер, знаете, вот с этими сарканами и блинком, который бегает 40 минут и пытается хотя бы в кого-нибудь дать реверс полярити. Нет, это герой, который будет наносить хороший дэмэдж. Герой, который может ворваться, дать РП даже вот самостоятельно, когда тиммейты далеко, и просто попытаться убить с хорошими слотами, там с БКБшкой, с критами какими-то. Какими-нибудь, вот он реально может убить, просто уничтожить какого-нибудь слабого персонажа, Сэнд Кинга,
например. Может даже двоих, вот если он двоих саппортов в РП поймает, он их легко убьет. И, знаете, в такой ситуации нельзя будет сказать, что вот, реверс полярити плохое, в двух саппортов потратил Магнус. Нет, потому что не одним реверс полярити ограничиваются игроки и хом. У них есть Омни Слэш, у них есть очень плотный Тимбер, который будет летать по драке всех резать. Этого может хватить. Реверс полярити. Вот сейчас реверс полярити может быть не самым удачным, потому что подвез на скивере Тайтхантера прямо с реведжем в упор к Джиггернауту. Джиггернаут теряет Аигис, влетает Олдчикен. Олдчикен начинает запиливать. Минус Тайтхантер. Лина успевает скастовать стан свой. Блэдфьюри. Ответный реведж от Рубика. Блестящая работа Вайи. Пошел он не слэш от Ситивай, а Ситивай дамажит. Ситивай немножечко здесь, кажется, ошибся, попал под дисейбл. Боже, какая драка! Продолжает сражение и хом, хотя остались без своих основных героев. Тут только Олдчикен, только Тимбер, который, ну, практически без маны уже остался, но он по-прежнему может наносить дэмэдж. Отступают игроки Invictus Gaming и... И все. 3 на 3 разменялись, потеряли Аегис и Хом. Сейчас посмотрим на Fight Recap, кто сколько дэмэджа нанес. 7500 против 8800. Ну, тут бесподобная игра от Вая на самом деле. Бесподобная игра от Олдчикена. Отлично скастованы скиллы. Чуть-чуть кривовато сыграл Магнус. Чуть получше следовало ему выбирать цель для РП. Когда ты цепляешь Тайда, Тайд просто, ну, это реверс полярити переживет и реведж скастует. А вот Джиггернаут, если бы у него не было Аегиса, все закончилось бы не так радужно для Ихом. Ну, естественно, Ихом прошли драться с учетом того, что у них был Аегис, поэтому глупо даже такие вещи предполагать. Спиливает Олдчикен Ку, очередной заряд в Бладстоун для Тимбера. Контролирует CTY баунтосики, хочет купить себе БКБ. Видит агрессив, а агрессив активирует шедоблайт. Агрессив по-прежнему без БКБшки. Очень плохо фармит ДК. Ну, по сравнению с Джиггернаутом и Линой, очевидно, он плохо фармит. Такой герой, специфика персонажа. Скастует стан, отступает. CTY пока без умни слэша. Так, Тимбер. Чувствует то, что пайп ему нужен. И, наверное, даже не сколько Олдчикену нужен этот пайп, сколько его команде. Потому что уж слишком много дэмэджа наносит Лина, Лишрак и Сэндкинг своими скиллами. Подцепили ДК, но здесь Лина с Шэдоублейда врывается, убивает очень быстро сетевая. Реведжа пока что нет, реверс полярити есть, где же Магнус? Магнус, дружище! Но реверс полярити пока что ни в кого HYM не кастует, потому что Джиггернаут в таверне. И некого здесь этим реверс полярити дизейблить и убивать при помощи... Ну, то есть обычно при помощи РП Джиггернаут начинает работать. Но тут пока что справляется Олдчикен. Напоминаю, что HYM... HYM может прожать соло-ринг, дать РП. Убрали Тимбера, плохо. HYM пришел в эту драку, просто посмотрел. РП так и не скастовал, подумал то, что Олдчикен справится, но... Но нет. Хороший скивер уходит пока что. Шэдоублейд будет сейчас у Магнуса. Он его кастует и отступает. Не ожидали увидеть Шэдоублейд у Лины, к сожалению, игроки ехом. Потому что только вот недавно, буквально, перед этим тимфайтом, за несколько там мгновений, XXS приобрел этот волшебный, замечательный итем, который позволяет так неожиданно нападать на героев врага. И... Это принесло свои плоды, очевидно. Прекрасно. Прекрасная работа от XXS. От БКБ хочет купить себе CTY, но CTY, он все равно может получить... Так, промахивается. О, вот это зря. HYM. С инвиза. РП. Отлично. Он не слэш. Сюда же. Великолепно. Просто великолепно. Блестящая работа. HYM исправился тут же после провальной ситуации в топе. Блестяще сыграл. Подождал, выждал паузу, не стал вот просто, знаете, в хаосе, когда вот ты видишь то, что на твоего керри нападают, ты Магнус, ты видишь то, что у тебя есть РБ, так срочно скастовать РП, не думая, в кого-нибудь попаду, и потом мы через Omni Slash сделаем фраг. Нет, он дождался, когда соперник окажется в неудачной позиции, причем соперник-то не знал то, что Магнус здесь находится, и дал хороший реверс полярити, чего им, браво. Реведж, 55 секунд от СРФа. Микрофон отключился, но я вижу, что он вроде бы работает. В Dota TV только не работает. Так.
Оп-оп-оп. Нет, тот TV все равно не работает. Надо перезагружаться. Ну ладно, главное, что на стриме работает. Думаю, что в Dota TV эту игру не так много смотрят. Бывает, я тут просто как-то так неудобно сел, что провод от микрофона отъехал и микрофон отключился. Так. Ладно, давайте я тогда выключу здесь просто, чтобы этого не было. Хотя, погодите-ка секундочку. Пока у нас на карте ничего не происходит. Sound device. Тут же должен быть... Вот здесь, по идее. Короче, ладно, странное что-то творится. Ну, тут где-то должен быть выбор микрофона, и он, по идее, вот здесь, но... Точнее, да, вот здесь, но почему-то тут, когда выбираешь, не работает. Короче, просто нужен ребут, но, естественно, я ребутаться сейчас не стану. Это было бы глупо с моей стороны. БКБшка появляется у Джиггернаута. Можно попробовать подраться с новой силой. СРФ вместе с XXS'ом ломают бот. Сзади их прикрывают тиммейты. Драгонайт в инвизе сейчас будет разведывать ситуацию. Однако тут подходит Рубик прямо на центре. Убивают его быстренько. Уже в меньшинстве и хом. Нужно продолжать сплитпушить. Вступать в открытое противостояние без Рубика не хочется. Но тут ДК. Не успевает, правда, скастовать стан. А, он у него, видимо, был в КД? Или почему он не успел? Он же давно станил Рубика. У него там КД 9 секунд всего. Ладно, подцепили Джиггернаут. Джиггернаут не успевает активировать блокинг бар. Будет ли реведж? Реведжа нет. СРФ постеснялся, но все равно урона хватает. Тимбера подстанили прямо на тимберчейне. Очень плохо. Придется, скорее всего, динаиться сейчас Олчикин. Но Олчикин даже не стал динаиться. Подумал, то, что может быть выживет. Но отдал много золота сопернику. Зря не задинаился. Ну вот, видите... Этот блокинг бар на Джиггернауте, он так работает, что ты не всегда его успеваешь поражать. Я не говорю, что какая-нибудь Линкенсфера тут была бы лучше намного. Хотя, знаете, кстати, Линкенсфера-то, возможно, было лучше бы и была. Что самое странное. То есть, уворот от Бороу Страйка, уворот от стана ДК, это как раз те способности, которые Джиггернаута дизейблят. Потому что у СРФа только форстаф, у него нет блинка. Он не может так, знаете, неожиданно подъехать к Джиггернауту в упор и нажать реведж. Джиггернаут это увидит и среагирует, и нажмет и БКБ, и... Ну... Ладно, Блейд Фьюри нажмет, если мы сравниваем БКБ и линку. Поэтому, ну, наверное, линка была бы лучше в этой игре, вот конкретно в таких ситуациях. Но, видимо, Сетевай не ожидал то, что все будет получаться именно так. Он думал то, что его команда будет играть первым номером. Но, как говорится, Индюк тоже думал, да в суп попал. Сетевай пока что в суп не попал, и он далеко не Индюк. Но... Invictus Gaming стали чуть ближе к победе на третьей карте. Линза у Рубика, БКБ у Магнуса. Скиллы воровать проще, РП давать легче. Рубик ворует Сэндшторм, переключает ауру на защиту. И умирает. От нескольких тычек Лины. Которая вот-вот купит линзу. Ой, боже, линзу. Шиву, конечно же. Подцепили Лишрака. Лишрак делает тэп-аут, но потратил уже Void Night Stalker. Очень зря потратил. Спасся в итоге Q. Ничего особенного. Пока что погиб только саппорт. Рошана забрали Invictus Gaming. Аегис у Лины. Сыр у Dragon Knight. У Агрессива. Агрессив делает Синджин Яшу, кстати. БКБшка у него есть. Телепорта только нет. Вот в чем трудность. Там в топе. Что в топе? Он не слэш пошел от Джиггернаута. Минус 2. Это был реверс полярити. Попробуют убить Лину еще раз. Скивер. Хорошо. Здесь. Тимбер. Плюс Найтсталкер. Убивают Лину. Лина и улица. Лина. Динается. Тянет время, но не динается. Снова зря. 600 золота для Улчики. В бот телепортируется Рубик. Ему тут сейчас дадут по шапке. Приходит Олчикин. Олчикин злой, готов мстить за своего тиммейта. Приходит Тайт. С Олчикином ничего не сделать. Без Лины этого героя забрать не получится. Джиггернаут телепортируется в топ. Блэйд Фьюри тэп-аут от Ситивая.
центр. Очень активная игра, очень активная дота. Постоянно что-то происходит. Вот в отличие от предыдущей карты, которая, ну, фактически была в одну калитку, где тоже было много фрагов, но эти фраги все неинтересны. Все эти фраги делаются только одной командой и делаются очень просто. Там, ну, абсолютно тривиальная комбинация кнопок. Первая карта... Invictus Gaming выиграли с Медузой, просто там 50 минут АФК фарма от XXS, практически АФК фарма, он там не, изредка приходил, конечно, помогал, я его даже хвалил за это, я помню, говорил, вот, посмотрите, XXS 3.06 на Медузе, приходит, ассистит, но игра длилась 50 минут, и все-таки 90% времени Медуза проводила за уничтожением нейтральных крипов и за уничтожением лайновых крипов, естественно. Так что, первая карта была тоже неинтересная, но, а вот это вот, это, ну, просто супер сочная уже игра. Я понятия не имею, что будет происходить дальше. Кто тут ошибется? Ошибиться может каждый. Ведь идеального вижена нет. Найтсталкер не стал покупать Аганим. Вот если бы у Найтсталкера был Аганим плюс гем, я бы мог сказать, да, за счет преимущества по вижену могут их он выкатить. Но у них нет преимущества по вижену. Вот Найтсталкер кастует ультимейт. CTY. БКБ нажимать не торопится. Его поднимают в Йоу. Блейд Фьюри. БКБ активирует агрессив. Сеточка пошла. Скрипа от доминатора СРФ. Омни слэш есть. Плюс БКБшка от CTY. Подходит толчик и начинает пропиливать. HYM здесь. HYM с реверс полярити. HYM избивают блинк. И он не может кастовать реверс полярити. Где же реверс? Пошел, он не слышит, реверс полярити неплохой. Реведж в итоге не самый удачный. Умирает Тайт, очень мало здоровья у Лишрака. Но ресурсы теряет свои Ехом. Только Олд Чикен по-прежнему наполовину живой, наполовину здоровый, может здесь пилить. Сетевай уже давным-давно был не готов к этому сражению. Не готов был к продолжению, точнее, этого сражения, потому что у него не было ни БКБ, ни Омнислэша. Он потерял очень много здоровья, пока бегал, пока тянул время. И Invictus Gaming вышли победителями, даже несмотря на такой, ну, плюс-минус неплохой реверс полярити от Магнуса. Все-таки он его вообще мог в пол дать. Его в конце концов там побило Шиву, он не смог блинкануться в нужный момент. И заходит на хайграунд. Скивер по агрессиву и по бобоке. Олд Чикен начинает пропиливать. Очень жестко. Ответный Бороу Страйк от Уайя. Уайя, кажется, заюлил сам себя или у него... Нет, его просто подъявлял здесь XXS. Возможно, зря, может быть, его следовало бы убить чуть быстрее и отойти. Хотя тут это ни к чему страшному для Invictus Gaming не приводит. Invictus Gaming все равно отступают, все равно остаются в плюсе. В плюсе остается. Вот, конечно, очень обидно, знаете, то, что исчезла вот эта табличка с итемами, когда можно было посмотреть, у кого что есть. Вот я вроде стараюсь всех героев прокликивать, вроде стараюсь никого не упускать из виду, у кого что есть, но иногда вот в момент, когда ты видишь, как Рубик летает в циклоне, ты не понимаешь, это как бы его Йоул, потому что Рубик-то тоже, в общем-то, Йоул может купить. И 34-я минута, возможно, у него где-то деньги появились. Вот, но в конце концов ты вот теряешься, приходится вот в панике. Не знаешь, что сказать, как быть. Но это был Юл Атлин. Все-таки мы выяснили, да, это был Юл Атлин. Давайте, может быть, я как-то... Вот здесь есть табличка с итемами, она крайне неудобная. Но вот хотя бы раз за игру ее можно показать, тем более в такой активной, когда объективно супер жестко прокликивать редко когда получается. Ну, ДК мы видели, Сэндкинга мы видели, Тайтхантера мы тоже, в принципе, видели, ему нужно блинк, наверное, уже подумывать, приобретать. Лина купила себе Кристаллис, Йоулы у Сэндкинга, у Лины и у Лишрака. Так, что касается команды Ехоум. Джиггернаут пока голый, кроме БКБ у него ничего нет. Шива у Тимбера, Кримсон у Найтсталкера, ну и Магнус, в принципе, тоже все мы с Юлом, все мы эти артефакты видели. Так, тут готовится атака, активируется Darkness, должны Invictus Gaming что-то заподозрить, они нападают на старого цыпленка, старый цыпленок долго живет. Какой же тут реверс полярити можно дать, но дает HYM просто отвратительный РП, только в Лину. Лину дизейблят, Лину пытаются забрать, пока что без Омни Слэша, только сейчас кастуется Омни Слэш, тут пошел эпицентр уже, попадает он по Найтсталкеру, приходит СРФ, у него нет блинка, но у него скоро появится форстав, и он может ворваться. СРФ бежит, дает реведж, попадает по Ваю. Его, кажется, подъюлили. Сворует ли реведж Рубик? Нет, у Рубика спелстил в кулдауне. Теряют Тимбера, теряют Олд Чикена. Очередной фраг для Ку. Ку делает даблкил уже в этом замесе. Фейтбиан пытается спастись Бобока. Бобока бежит за ним. 3 секунды КД Блинкдаггера. Успеет ли подцепить Найтсталкера? Найтсталкер очень быстрый. Бобока бежит. Бобока не хочет отпускать. Бобока видит. Бобока юлит. И Бобока будет станить. Бобока будет станить. Подходит агрессив. Дает свой стан. Нет маны на...
Breastfire, и все-таки руками просто добивают здесь Найтсталкер. На Секер отправляется в таверну, и очень быстро падают бараки у команды Ехоум. Есть байбек у Джиггернаута и у Найтсталкера, но нет реверс полярити, нет омнислэша. Как это дефать без героев поддержки, непонятно. Invictus Gaming не могут сделать мега-крипов. Стоят тир 2 вышки в топе и в боте, и все, что они могут, это сейчас просто пойти в трон. Сетевая выкупаются, Invictus Gaming добились своего, они заставили выкупиться одного из коров и просто отступают. Боже, что за драка? Что это было? Да, немножко не повезло, конечно, и Хомам, они слишком быстро потеряли Тимбера. Жесть, просто жесть. Книжка появляется у Найтсталкера, 17 уровень, ему нужен 18, чтобы вкачать Darkness, который можно чаще кастовать. Это крайне важно. Да, наверное, Фейтбьяну все-таки не стоило Кримсон делать в этой игре, потому что эта игра, эта карта, которая выигрывается очень легко благодаря хорошему вижену, очень легко благодаря хорошим вардам и если удается пустить песок в глаза сопернику, если тебе удается ослепить его, то ты, скорее всего, будешь давать хорошие РПшки, влетать грамотно, воровать скиллы Рубиком, и все будет так, как тебе хочется. Но если вижен у тебя не идеальный, если соперник хоть каким-то виженом на карте обладает, а он обладает каким-то виженом, то всегда есть вероятность, что соперник нападет первым. Подцепили Тайтхантера, Тайтхантера пытаются забрать здесь. И должны. Тайтхантер грамотно, кстати, форсом себя заталкивает, но его тут подциклонят. Лина готова напасть. Станчик от Лешрака ни в кого не попадает. Еще один скивер от. Еще один скилл от Магнуса. И это скивер. Разобрались с Тайтхантером. У Тайтхантера есть возможность выкупиться. Через 5 секунд у него появится реведж. Если Ехоум пойдут в рошпит и попытаются Рошана забрать. Но он не скоро появится, но Invictus Gaming об этом не знают. То есть, когда появится Рошан, они не знают точно. У них там был кентавр, спрятан в рошпите, который бы дал точную инфу, появится Рошан или нет. Но сейчас они лишены всякой информации. Если они заподозрят то, что соперник идет в рошпит, и то, что соперник пытается Рошана забрать, возможно, есть смысл выкупиться. Лешрак покупает смоук. Бобока чекнул быстренько, есть ли Рошан или нет. Напряженная ситуация. Очень напряженная. Рефрешер готовится приобретать Магнус. Магнус 24 уровня. Пошел в инвиз. РП давать сейчас не хочется, потому что больше, чем в одного игрока, ты вряд ли дашь. Вот если игроки скучкуются у Invictus Gaming, тогда можно. HYM готов. HYM ждет удачного момента. Кастуется Crimson Guard, все отходят. Бабочка появляется у Джаггера. Что там по Monkey King Bar? Monkey King Bar пока нет ни на Драгонайте, ни на Лине. Это удачный шанс для атаки. Верный момент. Верный момент, чтобы перевернуть ситуацию. Рошан вот-вот заспавнится. Очень опасный момент. Форма у ДК уже закастована. И если ДК подойдет к тимфайту в рошпите без формы, я Invictus Gaming не завидую. Лина подбирает иллюзии. Можно попытаться развести соперника прямо сейчас, отконтролить одну из них и сделать вид, что это настоящая Лина. Да, вот тут подходит. Да, вот Лина делает, как будто она настоящая. Байтит реверс полярити. Посмотрите, как круто байтит здесь. Но подходит еще. И да, он дает реверс полярити в иллюзию. О боже мой! Неужели это приведет к поражению Ехомов? Сейчас блестящая игра от XXS. Что творится здесь? Уже в таверне Тимбер начинает получать очень много дэмэджа. Джиггернаут не торопится с омнислэшем. Дает его только сейчас, но агрессив слишком жесткий. Эпицентр от Сент Кинга. Очень много дэмэджа наносит. Лина возвращается в тимфайт, начинает кастовать. И Ситивай отправляется в таверну. Лайтстрайк Рэй ворует Рубик, но этим Лайтстрайк Рэйм тут уже не отделаешься. Без байбеков три игрока команды Ехом. Я такое, ребят, я впервые вижу. Вот серьезно. Вот такая фишка будет в моем следующем выпуске, будет в моем ролике. Но это просто next level. Вот просто next level, реально. XXS, мои аплодисменты. Жестко. Потрясающая игра, просто потрясающая. Это лучшее, что я видел, наверное, за последние месяца два. Вот правда вам, ребят, говорю. Даже то, что я комментировал на LAN-турнирах, было не настолько интересно, как это. Не знаю, может, я просто вошел в роль. Может быть, я слишком в хорошем настроении сейчас, но
Это must-see игра. Вот серьезно, must-see. Без шуток, очень круто. Отыграли Invictus Gaming. Байт на иллюзию был потрясающим. Ну, и Home тоже, конечно, молодцы. Вот просто браво, просто браво. То, как играли Invictus Gaming на предыдущей карте, и то, как они играют сейчас, это просто, просто небо и земля. Абсолютно две разных команды, абсолютно две разных динамики они продемонстрировали. Думаю, что комментарии излишни. Скажу только вам следующее. Завтра квалификации продолжатся. Будет еще очень-очень много матчей. Сейчас должна параллельно идти трансляция матча Na'Vi против Team Empire. Я не знаю, какой там сейчас результат. Когда я заходил последний раз, там было 1-0 в пользу Na'Vi, и вроде как Na'Vi там выигрывали. То есть должно было бы быть, по идее, 2-0. Но может быть Empire камбэкнули. Милости прошу на канал twitch.tv/dota2ruhab. Я так думаю, там именно комментируется сейчас это. Ну а я с вами прощаюсь. До скорых встреч. С вами был Форсаж. Надеюсь, вам понравился сегодняшний стрим. Всем пока.